И всем привет, ребята, с вами снова ЭпиПиПиТВ. И сегодня я снимаю вторую часть про Слизарио, потому что первая часть практически за полдня, то даже не за пол, а за четверть, можно сказать, за, ну даже, ну 5 часов, короче, прошло, и у меня уже 5 лайков набралось. Короче, 5 лайков для вас очень изи набрать. Давайте, если вы хотите следующую серию, то давайте наберем 7 лайков под этим роликом, и тогда я запилю следующую серию, третью получается. А это вторая, и сегодня сделал себе прикольный скин, ввел ник, чтобы можно было увидеть меня в чате, если я дойду. Ну и погнали, собственно, катать. Если у вас будет... ладно, слились так рано. Если у вас будут стрёмные звуки, то это, короче, в соседней комнате стиральная машинка. Ух ты, нифига, вы это видели. Короче, говорю нашу задачу. Наша сегодняшняя задача — килить много игроков. Ну, и, собственно, самому килиться. Самому не кильнуться. Ого, нормально. Кстати, я тут заметил, ну, может, и вы заметили, что вначале какие-то чуваки, независимо от их размера, хоть они маленькие, хоть они большие, они просто берут и сливаются. Ну, не всегда, но все равно. Короче, если слышите вы меня или нет, но надеюсь, что слышите, и посторонних звуков никаких нету, потому что реально очень громко, и это просто жесть. А как так? Я когда тренировался без видео играть, у меня просто я дабл килл, трибл килл, короче, жесть. Просто была полная. Короче, ладно. Давайте для начала нужно расслабиться и просто катать. Ну, типа, ну, блин. Если бы можно было сделать как-то, чтобы они были немного по... Короче, чтобы они не крутились вокруг себя, и тогда я вот так, типа, чтобы они не мальчили. Ну, короче, в принципе, можно на больших. Ладно, давайте. Буду как... Да чтоб тебя побрало, что ты вообще играть разучил. Я ж только шо играл, я трибл киллы делал. Шо? Да как так? Оно специально сливается, мне я сливаю. Все, короче. Сейчас я вам покажу, что значит силушка богатырская. Серьезно, она мне не слилась, она же хотела вроде. Ну. Ни подобно. Просто пиздец. Я тебя не ебу. Давайте кого-то хотя бы кинем, да ёб... Пиздец просто, я не по всех. Как так можно? Я тебя убью, сука. Бегай. Да ёб... Что за дичь происходит? Я не могу никого кильнуть вообще. Убью, тай. Пипец. Бум. Ну хотя бы так. Ну короче, мы, наша цель убивать всех, мантить от всех и, короче, быть профессиональным чуваком. И вообще. Ну, так, типа, плохо нет. Ладно. Давайте сейчас. Сделаем вот так вот, потом сделаем вот так вот, вот так вот, вот так вот, и просрём всю нашу энергию. Вот так вот потом, короче, набираем побольше жрачки, чтобы побольше было энергии. И также потом, ух ты, замансил. И будем сливаться. Короче, ребзы, сегодня, наверное, последний день, когда я ролик запилю. Завтра, может, я не буду пилить ролик, поскольку я уезжаю соседний город, можно так сказать, если он, конечно, считается городом, некогда на УЗИ не будет проверять меня. Ё-моё. У меня что-то немного багается клавиатура иногда. Ладно. Надеюсь, что хотя бы в топ я войду. Ладно, я в топ не войду. О, смотрите, видите, у него приписка какая-то. Это какой-то клан Слизарио. Это боты, конечно, но... Все-таки какой-то популярный клан, значит, если автор ботом вписал такой клан, значит, это очень популярный клан. Давайте хотя бы мы 5 штук набьем, но это вообще позорище.
Как я 5000 не могу добить? Опа. Ну это мало, это конечно 1000 или сколько у нас, я не вижу из-за того, что там палец. У меня, офигеть. 1000, да, 1000. Сдохни, падла тупой, я ж тебя убью. Ух ты! Ладно. О, смотрите, тут Google Playщик тоже. ГГ тебе. Давайте просто вот так, как, типа, убью за мясо мое, не трожь мое мясо, говно собачье. Короче, сейчас я его найду, я его убью. Кто кого еще замочит? Hello. Goodbye. Фига себе. Ладно. Он все-таки меня выиграл. То 790 было? Да, 7000 я полюбасу не мог набрать. Давайте сожрём тут. И ух ты, ё-моё, бешеные твари. И я походу в центре, да, давайте их мочить. Опа, минус еще один. Я надеюсь, что я также смогу сделать трибл-киллы, как и делал до видео. Ну как я делал трибл-киллы? Да никак я не делал трибл-киллы, сколько у меня? 1300, жесть. А сколько у меня там? 10к было, по-моему, или что написано рекордное. Сейчас я посмотрю. Да, 10к, 11 можно сказать практически. 11 тысяч рекорд, я в шоке. А сейчас не могу набрать немножко практически. Давайте этого чувака загасим. Опа, офигеть, хотя бы одного как-то помочь мы смогли загасить. И сразу слились, собственно. Слезали в этой игре для таких, у которых руки растут не с того места явно. Потому что тут так мантить надо, что это жесть, особенно на телефоне. Я пальцы уже стер себе нафиг. Спереди мозоли на пальцах. Фига себе. А как они это делают? Он даже не поворачивал. Я повернул, он не поворачивал, он мне кинул. Что за дичь вообще? Давайте этого чувака загасим. Казахстан. Такой. Или вот это двое. Так, отлично. Минус один есть. Тут живет кто-то, мое мясо не живет. Ой, мясо. У меня оговорочка вышла. Чё я, кстати, называю всю жрачку мясом? Не знаю. Да, я люблю мясо, но, блядь, не настолько прям, чтобы все мясо называть. Ладно. Привычка, наверное. Я, короче, играл раньше в такую игру. Я не помню, как она называется, по-моему, Slimax Pio или... Ну, короче, хз, там мясо выпадало с червячков. Оу. Оу. Короче, кильнём это. Да как они это делают? Я ж поворачивал вроде бы, чтобы его кильнуть. Стрелочкой выходит. Прикольно. Давайте его кильнём. И кильнем вот этого чувачка. Опа! Нет, не получилось. Я хочу хотя бы мощный килл сделать, чтобы все офигели. Хотя кто-то офигел. Ну, только кроме зрителей. Никому тут офигеваться. Блэд. Ну, до видео я просто мощный. Я не знаю, почему. Случается, вообще не может скин поменять. Ладно, давайте скин поменяем. Давайте сделаем вот такой скин. Я не знаю, как это, собственно, повлияет на экономику. Ну ладно. На экономику нашего червячка. Погнали. Ну, хотя немного повлияло. Теперь мы кильнули одного большого чувака, он в начале сдался. Немножечко повлияло на экономику. Все, мы сейчас кильнем. Ух ты, нифига. А скин прикольный, буду на него играть. Ну, о, как будто там, видели? Как будто там не больно какой-то чувак, который видели, как он мансит? Это жесть просто. Короче, мы его кильнули, полюбашим. Жесть. Реально такое чувство, как будто там... Чувак какой-то сидит и играет, и не может бот так мансить. Если, конечно, ему не поставили профессиональное... Нифига. Если ему, конечно, не поставили профессиональское играние. Ну, первые боты, они... Такое ощущение, как будто чем больше убиваешь червяков, ботов, тем сильнее становятся все остальные. В принципе, мы пока не так много киллов... Ну, точнее, мы много киллов делаем, но маленьких червяков. А хотелось бы больших покинуть. Давайте кильнем как-то. Не просто, ну, хотя он там кильнуть. Кильнем, например, кильнуть, например, меня, а потом мы кильнем кого-нибудь. Обязательно ставьте лайк под этим видео, чтобы поскорее вышла следующая, третья часть. Ведь я вам не говорил, но ваши лайки ускоряют ролики.
то что они все сразу нападают сюда, дети? Блин, не протиснулся, конечно, у меня фиговое управление. Давайте набираем поскорее 150 сабов на моем канале, и я буду снимать про Hungry Shark Revolution. Оу, разбросанная фигня какая-то. Потому что, ну, не только лайки ускоряют вашу... Да практически все ускоряет ваш выход новых серий для вас. Лайки, подписки ускоряют, комменты. Ну, только единственное, что не ускоряет ваш выпуск для вас роликов, это... Хотя, что единственное? Не ускоряет колокольчик и не ускоряет дизлайки. Блин, я не то нажал. Я по-бырому нажал на туда, и придется походу перезаходить в игру. Я просто в шоке. Короче, чуваки, я пере... О, это мы куда зашли? Это я вам демонстрирую, короче. Короче, жесть, давайте я... Нифига, что это было, вы это видели? Короче, ребят, я перезашел, давайте выберем какой-то новенький, прикольненький скин, например, можно выбрать такой вот. Ну там какой-то типа такого. Ну типа вот так как-то. Наугад просто потыкаем. Давайте возьмем такого червяка. И будем играть на рандомном червячке. Надеюсь, что хотя бы подпортит. О, нет, не подфартило. Давайте реально что-то добавим, сделаем. Да, я буду, по идее, заканчивать уже, потому что 11 минут я уже снимаю. Ну, даже 12 минут. И, кстати, ребята, обязательно перейдите по ссылке в описании. В описании зайдите, и там будет ссылочка на одно из видео, которое вам нужно обязательно посмотреть, и обязательно поставить лайкос под него. Я оставлю ссылочку в описании на это видео, но реально... Идите и поставьте под него лайкос. И кто еще не смотрел, обязательно можете посмотреть. Потому что там не хватает лайкосов. Потому что если, ну реально, я 8 лайков не соберу. Да, скорее бы собрать. Если я 8 лайков там не соберу на том ролике, ну вы, если не соберете 8 лайков, то я удалю игру Shark Evolution. Shark Simulator, короче. Я удаляю эту игру и больше никогда не буду снимать про эту игру, если вы не наберете 8 лайков. Видео, которое ссылку на него я оставлю в описании. Поэтому обязательно приходите в описании, читайте описание, я постараюсь прикольное описание под это видео сделать. И также переходите по ссылке. Фига себе, мы только что завалили этого чувака. Давайте, ну реально, покруче чуваков валить, типа вот этого можем завалить. Он сам, честно говоря, меня завалился. Как это назвать, впилялся. Завалился. Ладно, проехали. А сколько у нас уже? 3,5 косаря. Ну, сумма... Масса не маленькая. В принципе, можем кинуть еще этого чувака. И потом уже... Я уже не уворотливый, мне уже неудобно килять. Мне только вот тут, типа, окружать и все. И мы впиляли хвостик из-за того, что я не мог повернуть из-за сильного управления. Давайте сыграем вот чисто вот на мелких... Давайте сыграем чисто на мелких чуваках. На мелком таком. Не будем брать прокачку, будем оставлять для других чуваков. Типа, будем килить этих чуваков. Вот этот, опа. Кильнем этого чувака, немного возьмем для того, чтобы ускоряться, а всю остальную жрачку оставим для этих чуваков. Которых мы, собственно, будем килить. Приманка. Это будет типа как приманка, мы будем приманивать. А потом килить. Надеюсь, вы поняли мою задумку. Короче, это мы жрем, а все остальное мы не жрем. Мы ждем, пока какие-то чуваки сожрут. Опа, один попал. Ах ты ж! Хитрая морда. Фига себе тут клюнула чуваков на мою приманку. Тебя что нет? Тебе где? Фига себе мансит. У него, собственно, еще масса не такая уж и большая, поэтому мы его можем кикнуть. Поэтому, кстати, можно как-то... Опа. Нет, по-моему. Я, по-моему, сдохну, если так буду делать, да. Блин. Он мог просто, даже не мог, он просто повернул и мне ГГ. Давайте, я хочу пройтись челлендж, блин, мне не получается почему-то.
пройтись просто, просто так под червяком. Ну, не, под, не прям под червяком, а вот так прям с края червяка. Давайте кинем этого чувака. А почему у меня клавиатура такая? Не клавиатура, а управление. Какой дебильный. Оо, посмотрите, какой чувак большой. Давайте сейчас пожрем тут немного, кинем этого. Потом у меня тут есть приманка, кинем этого. Далее кинем этого. Нифига пошло дело. Далее. Кинемся сами. Ну ладно, на этом я же, пожалуй, буду заканчивать. Уже я 15,5 минут снимаю. Хоть бы Мобизен не вырубился, потому что, ну реально, я снимал 16 минут Hungry Shark Evolution, оно просто взяло и вырубилось нафиг. Надеюсь, вы поставите лайк под это видео, если оно вам реально нравится. Если вам нравится то, что я снимаю про Слизарио и вообще в таком плане. Типа, если хотите, чтобы я снял про Warmax Io, это тоже такая игра, там, где только змей, а не вот эти вот червячки, как тут, то напишите обязательно под этим видео в комментариях. И давайте так, вы еще напишите комментарии прикольные, и самый прикольный комментарий я закреплю под этим видео в комментариях, он будет высвечиваться просто сверху, будет закрепленный комментарий. А также я вам хотел сказать, чтобы вы подписались на мой канал, и хотел бы вас поблагодарить за то, что теперь меня смотрит уже не 95% без подписки, а 92,5% без подписки. То есть на 2,5% мы просто их как стерли. Теперь нас смотрит на 2,5% меньше чуваков без подписки. Ну, правда, это реально очень большое число, это 90% без подписки, это просто меня смотрит просто дофигища людей без подписки. Ну, короче, что я вам хотел сказать? Я хотел вам сказать, что будет 3 закрепленных комментария. 3 самых первых, кто успеет. И самых крутых, естественно, я закрепляю под видео снизу. Также переходите в описание обязательно, я вам это говорил. Ну, а на этом я уже буду заканчивать. С вами был PPPTV. Всем удачи, всем пока.